Ну а в Лондоне за несколько часов до кровавого теракта на Олимпийском стадионе давала концерт легендарная, всемирно известная, любимая всеми группа Depeche Mode с новым альбомом Spirit. Сюда, к счастью, террористы не добрались, и шоу состоялось. Новый, но уже легендарный Олимпийский стадион Лондона, построенный 5 лет назад к летним играм. Домашняя арена футбольного клуба «Вест Хэм» на концертах вмещает 80 тысяч человек. И на этот раз на ней выступает легендарная британская группа Depeche Mode. В разгаре мировое турне коллектива в поддержку нового альбома «Spirit». 14-ю пластинку электророкеры выпустили в этом году и отправились на гастроли. Но в родной Великобритании у них особая публика. Я родом из того же города, что и они. Мы фактически выросли вместе. Ходили в одну школу в Базилдоне. И еще юными были на их самом первом концерте в школе. Хоть и не молодые, но очень энергичные музыканты буквально порвали стадион своим духом. Так переводится название альбома. Depeche Mode, кохамы тебе! Поздравляем всех! Поздравляем в Польске! Grand Spirit Tour – это грандиозное трехчасовое шоу со спецэффектами и потрясающим звуком. Кроме новых композиций, по-новому зазвучали и старые хиты. Настоящие фанаты Depeche Mode приезжали в Лондон со всего мира. Ричард из Польши не пропускает ни одного концерта. После Лондона я поеду в Болонью, в Италию, а потом в Польше, в Варшаве будет концерт на стадионе, где проводили Евро-2012. А затем будет и Киев, столица Украины. Depeche Mode выступят на стадионе Олимпийский. Шоу запланировано на 19 июля. Билеты в продаже еще есть. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».